Привет, я Арсений Просвирнин, музыкант и звуковой художник из Санкт-Петербурга. Я очень люблю окружающие нас звуки, саундскейпы или звуковые ландшафты. И хочу сделать интерактивную карту, на которой будут собраны звуковые ландшафты со всей планеты. То есть, выбирая место, куда вы сможете поехать, вы сможете не только видеть это место, но и слышать. Также собранные материалы можно будет использовать для каких-нибудь других работ, например, саундтреков, для озвучивания мультфильмов и для любых проектов, которые вы только можете себе придумать. Еще одной целью проекта является сбор и сохранение звуковых ландшафтов и звуковых знаков, потому что время, в которое мы живем, очень быстро меняется, одни звуки приходят на смену другим, и было бы интересно через 10 лет послушать звуки наших городов 10 лет назад. Давайте делать саундскейпы и играть в мяч.